От мала до велика все знают Пушкина. Сегодня в Парке Победы все было пронизано лирикой. Там прошел традиционный фестиваль «Айда Пушкин», посвященный дню рождения великого русского поэта. Участники, как малыши, так и взрослые, с большой ответственностью отнеслись к конкурсу. Кругом пестрили яркие наряды персонажей из сказок Александра Сергеевича. А самые маленькие с особым волнением ожидали своей очереди выступления. С этими ребятами мы пришли не первый раз всего, им только 4 года. Мы решили выступить вне конкурса. Я рассказываю стихотворение «Зимнее утро». Под голубыми небесами, великолепными коврами, и все на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и есть пустыня зеленеет, и речка подает дом блещет, вся комната янтарным блеском озелена. На сцене парка развернулись красочные театрализованные представления, поставленные по произведениям поэта. Зрители тепло приветствовали каждый номер. Также была организована выставка рисунков и поделок. Дипломы ждали победителей в разных возрастных группах. Это прежде всего прекрасная, замечательная традиция. Это память самого лучшего и самого главного нашего соотечественника. Пушкин – это наше все. И поэтому так хорошо и замечательно, что именно наш город поддерживает эту традицию.